проще. Два, блядь, надо же умудриться сагрить. Кыш, блядь, спекайся в холле пала, потому что я в танк. Лёха, я спекнулся, меня сразу отпиздили, блядь. Без предупреждения, как в 90-х. Просто взяли и тобой отпиздили, блядь. Блядь, забирай. Говоришь, похую? Обоим, да? Лабун, как тебе? Я его променял, потому что у меня мана садится уже. Я могу держать только одного, чтобы самого себя еще надо хилить. Есть такое понятие, как продать. Продать как-то 5. А кто хочет маленький анекдот? Да бейте, мой. Да, давай. Я все, весь инст хилил без пухи. Чего бухи? Без пухи он хилил. Почему я не удивлен адмирал? Я все равно был в топе по хилу, прошу учесть внимание. Блин, как бы ДЦ это самый жесткий по абсорбу. Короче, адмирал Мутиола, оставайтесь тут, хилите Нурглета. Так, кто там со мной? Планета, за мной, пошли. О, стоит. Там пройдет, лови, сука. Мастрес, давай. Мастрес. Комбат. Ты шутишь, блядь? Нахуя ты подвигался? Нахуй ты туда вышел? Так в смысле? Я сразу снял, у меня комбат повесился сразу в ГДР. Сложно с вами все. Иди сюда и бей. Это потому что паразиты бегают? До меня паразит. Идите моба. Чего вы тут стоите с планетой, блядь, обнимаетесь? Идите моба бейте, там рейндж уже держать потому не надо. Потому что стоят. Речь, а тоже иди бей. Стоят, блядь, обнимаются там сзади все. Обнимаю. Кажется, на прошлой неделе шоу Фастраном, блин, одно за другим кого собрал. Ханта. Все похилило, все было нормально. Тут два сразу сагрили, вот в чем проблема. Я не орел. Мне уже паразиты по 17 тысяч сносят. На срез, знаешь? Ах, господи, добейте паразитов, которые бегают. Не ох, что ты в Дисе? Что с Хисаями, кстати? Хисаями пропал. А ты знаешь, что тут можно не бить на 100 силы титана? Есть фаски в 3 раза дешевле. С таким же апом. Хочет, пусть бьют. Понимаете, он всех. Ставлю рыбу, от ману отпивается там. Лорус, смонешь? Да, Колосом. Ой, да, пирата тихо. Лёх, нажми. Сейчас. Проверку на...
Адмирал. Там на форуме ответили, сейчас секунду. Так, вопрос, плетение кому-то надо? Да. Полине на Энха. Полине на Энха. Я без шуток. Ты будешь брать плетение на Энха? Гена на кота будет брать. Ребят, да-да, нет-нет. Мы тебя уже ответили. Ну, больше похоже на шутку. Ты же здесь? У нас как минимум хан без плетения. Да, здесь. Да-да. Адмирал. Говорю же на форуме, я пока секунду. Все, поехали. Ты ж про нас кликнулся? Я в прошлый раз ролила, отдали... Давайте, спасибо. По одному только агрите. А, Кирсгорну отдали. Мини, да. Выходите уже. У нас этот админ в рейде. Прекрасно. Тебе он мешает? Маленько, да. Чем? Не знаю, нас тут забанить обещали на форуме. За богоизбранство. Попахивает потерять аккаунты. Боятся те, которые это делают. Мы этого не делали. Не богатые. Да, сидим, не подаем виду. Никто ничего не видит. Слэш вейв, да, парни? Хорошие новости. Он, видать, рейдом попутал. Ему в рыбака надо. Только не пишите ерунду всякую в рейд-чат. Да. Он-то помогать не будет потом. А что он там ликует, ребятки? Что выпало? Шмор первого босса с рыбы. Он пусть убирает. Да, там, короче, мы его убили, когда он нырять начинал его доступ. Слеха, кому-нибудь надо что-нибудь с этого? Нет. Платники. Да, конечно, красиво. Не, оно все с ГП будет, так что это, давайте думайте быстрее. Надо, не надо. Если не надо, скажите, что нихуя не надо, можешь. Это, три кристалла пропасти скинь нам нормально. Да все равно твоего ответа. Пускай тебе все скинет и все. Давай наручи за ГП вот эти вот, ладно. Подожди. Прикольный брюк. Дальше поехал. Короче. На успех крутить.
О, ничего себе, админ зашел, чтобы нам воронки падать на. А давайте мы не будем отпускать. Мы трэш дальше идем или стоите в ка? Да погнали дальше трэш. Давайте скажем, пускаем сидится эти воронки. Ну, а воронки... сам труп один лежит, ну ладно. Воронки в это... Да я подниму его, уже поднял. Много не агрите, блядь, тут. Админу пишу, кстати, не агрит. Вы чё, ебанули? Уже минус 2, блядь. 3. Сейчас, блядь, танком начислять. Блядь, нормально агрить не умеет. Сейчас будем кричать чуть-чуть по одному мобу. Окей, спекайся, покажи, как надо. Блядь, урон по рейду видишь, какой хуярит? Или нет? Спек не крыша. Не можешь, блин, хилить, тогда спек не кого-нибудь. Это вы, блядь, не можете нормально, блядь, агрить трэш, блядь. Тут тысяча всего... одна причина. Тут всего два мага. Вы тут раз в ЗС-ке согрели 3. Нахера вы по 2 пока? Слабо утешение. Тут всего два мага. Ты видишь, что, блядь, мы в 4 хила, во-первых? 280-х? Не знаю, у меня не 280-х. Денис, когда ты в танке, твоя фраза, да похуй, хильте вдвоем. Понимаешь, что ты, блин, хили, да блин, господи, у нас 4 танка, не прохилим. Рыгет, успокойся. Я уже горю к чертям собачьим, да простите меня. Нахуя ты агришь по 2 пака трэша, блядь? Если я в танке, то я рассчитываю на рейд, блядь, знаю, и сейвы отдаю в танке. Ты, блядь, хоть одну ложу положил сейв, блядь, под рейд, или... Хуй там было. Не сорвали. Ребят, я, блядь, большое. Я, сейф рейду на 60%, блядь, когда забираю столько паков. Вы, блядь, хоть что-то делаете? Нихуя вы не делаете. Агрите, блядь, а потом не можете удержать трэш, медики срывают агру, блядь. Агрите по одному, блядь, если не можете удержать. Я вообще-то... Больше не в том проблема, что не прохило, нет. То, что милики срывают с вас этих мобов, блядь, и ложатся от этого. Там никто не умер от срыва агро, это мауешка только. А ты сидишь как долбоёб и пытаешься, блядь, с 2%, блядь, этого милика на фул поднять. Потому что его автоатака трэша хуярит. Чё там с админом, Лёш? Ты, наверное... Я разролил. Кому надо, напишите. Мне нихуя оттуда нет. Как и всем остальным. Парень, я ему написал Go This. Он что-то морозится. Да ты че? Напишите всякую хуйню. Он вытолкнул. Вылил добычку, видите. Все. Видишь, два хила, которые даже, блядь, себя прохилить не могут, уже лежат. Все, поехали дальше. Вон трэш. Лови, лови. Норблет, глазом привести трэш из коридора. Хата можешь менять на эту. Хата, то босса не пойдет, конечно. Я не
спрашивал про Ханта. Хант улетел давно. Ловите трэш. Лут раздал или нет? Он сказал, сам раздал. Меня спрашивают, он хуйню, типа, из-за чего бах вышел? Ну, потому что доту добили, когда он зарядался. Да, он начал нырять, его доты добили. Трэш идет, внимание, танки, трэш идет. Из текстуры. Что ему написать? То, что доты добили, когда он под воду хуярил, да? Да, да, да. Как он сказал, баг случился. Сейчас, подождите, в Дискорд к нему зайду. А то он нихуя не понимает. Это как видео, но я никак не могу вас понять. А еще мне ман нет. Для меня встанет опять. Тут у стенки стойте, тут у стенки еще. Сейчас с двух сторон загрите. Вот бон. Давай, ну, блядь, пройдися тут. Блин. Пошла? Да. А доты чьи добили? ШПшные именно? Хуй его знать бы. Да все, у каждого доты висели. Он просто получается повторить, у него не получается. Ну пусть всеми классами попробует. Сейчас, подожди секунду, сейчас буду. Кисло распредели пока. Вы считаешь? Там два пака Но я не застаю вас за стенкой.
Там не этот, там не доты, там кровотечение вара, короче. Кровотечение вара. Ну, смысл-то то, что от дикого еще добилось. Ну хотят пофиксить, что такой хуйни не было. Че, я в танке. Распределяю сторону. Я на этом, на шамане, нурглет на основном. По одному будешь вытягивать. А, то есть я мне сову? Нет, и в танке на боссе. А, кладбон в кота так. Да, кладбон в кота. Кладбон в кота, дальше. С ями что-то... А, уже нету. Девки в хила тоже? Так, да, я напускаю в хила спектр. Тогда без совы? Да. А, стоп, нет, тогда кирс хила. Кирс хила спекайся, я в сове. А может, крыша? Да, он нет, похилит? Давай лучше, на самом деле, да, давай и гречу, типа... Нурглет, тогда на шамане, я на боссе. Этот, греча, ты будешь по одному вытягивать. Кислый в сове тогда. И этот... Кирс, оставайся тогда в хиле. Будь в хиле. Гена в сове, две совы пойдем. Побольше РДД-зоны будет. Танки, что ли, получается? Да, ты в танка спекнись пока на этого босса, будешь по одному вытягивать. Сначала череп вытянешь, потом звезды. А Кыш и так уже в хиле, чего там орёте? Кыш, у Нурглета хилишь, Матиола рейд, Кирс, поли на меня, Кирс по рейду, плюс это, подхиливайте там, если что, Кыша, и подхиливайте, если что, меня. Так, все, в принципе, даю проверку. Кто у нас 25-й? У нас один будет сидеть. У нас все в инсте, кто сейчас находится? Нет. Каргуч на замене, но в смысле он не в инсте, во второй пати хант. Да. Так, а, я понял, нам еще туда Мозера сумонить. И раздавака в Долоране, четвертая пати. Сумоните еще Мозера тогда. Да, греч, туда, да. Так, рыбу ставлю. Даю каски. Ардроу, иди с рыбы. Ешь ты рыбу. Погодите. А он тут вообще? Нет, его пока нету здесь. Имею в виду, может, он ФК. Сейчас я ему пишу. Мозера? Или ты про кого? Да, про Мозера, он пока не в рейде еще. Какого-нибудь мага в рейд или бунд? Да нету мага проблемы. Хотя бы чтобы бафнул инту. Ну там с Мозером, здесь нет. Сейчас он будет, он летит с мозером. Зато у ДВшников их три, блядь. Этот, не забываем про саппорт и... Что похилить придется с первой там первую минуту неплохо так. Потом будет легче. Крик на ХП не забываем. Тотемы на саппорт. Кирс, ты ставь ото льда, я поставлю ото льда ставь и МП5, я поставлю от огня. Че, Мозер здесь? Да, Мозер здесь. Знаете, по нему бафы все. Рыба стоит вот, на возле. Даю проверку. Там на свое усмотрение, греч, это 4 будешь давать. Меньше урон по рейду шел. И если есть зелье этого... Называется, блять, забыл. Который эффекты все снимает. Свобода действий.
Свобода действий. Вот, если есть зелье, то можешь пить, тогда не тебе замораживать не будет. Мозер готов, плюс, если готов. Блин, я каскаду. Все, все готовы. По готовности, по готовности, туда. Стража к бою! У нас гость. Достаешь, парень? Угу. Блядь, танка снесло, вы чё? Дайте БР погречу быстрее. Дал под ШВ, стою, танчу. Даю, блин. Нормально, нормально. Тут хильте пока. Бафы дайте. Че, заберешь, как кончилось? Отойди немножко, тут хуже будет. Иди, Полина. Встанем туда, левее. Антикрышский. Там будешь доставать. Хотя я вот так вот стану, должна доставать. Крыш прохитить. А, все, пизда. Ложитесь. И выйдите. Пиздец. Шивы. Крыш ждет строй, блядь. Крыш, где сопрот? Выгили планки. Заеби. Кащи, я сейчас покажу, где ты должен стоять, а я на твоем месте должен стоять. Резать. Давайте мы срез. Бля, давно я тут не выпался. Там вот с той точки, где ты должен стоять, двух танков достается нормально, я определил. Рыбу тут, поставил. Тут смотри. Речь поражаться не можешь. Ты ж посмотри на меня. Зайди, почему убила? Найди меня скорее. Не-не-не, блин, смотри, вот тут надо стоять. Твоя цель Нургулет, моя пианист. Оттуда тоже достает второго танка. Не, Полечка, он упал, я подхватил. Лёху подхватил. Как в Вьетнаме, ты ж помнишь. Я помню, ну ладно. Короче, я не достаю, мне приходится подниматься. Это... Я сейчас стану... Поменяй танков, Лёш. Ой, в смысле, хилов на танков. Давай Нургулет, а Кыш будет двоих хилить. Он достает. Стой, значит, там. Следи за мной, если что. Лёша, не урони. Стража к бою!
нас! Ход живи. Кирюша, как ты умираешь? Меня убило что-то неведомое чувство. Такое хуйню. Что-то, короче, прилетело и пиздец. И меня нету. Говорю, как это древний май. Потеряй Лёшу, это твой танк назначенный. Так я товарищ, товарищ Кэш, тебе сказали про сопрот. Ты сказал, где он, блять. А вот выпить его нихуя, да? Тебя убил огненный тотем от шамана. Кисый, он меня не спас, я тебе отвечаю. Чё тут... Ты стоишь там, где тебе Полина показала, вдалеке за 60 метров от Нурглета, и херачишь его через частицу. Ближе вообще подходить не надо. Чё-то с прохилом вообще, ну визуально так, не хилится рейд вообще. Не знаю. Вар, вар в первой группе, как твой ник читается? Яутя или кто? Яутя. Яутя. Вот ты умер, потому что не был саппорта с первой же тычки массовой босса. Да, виноват. Ребят, мы вам говорим, что вот выпейте саппорт. Нет, мы просто так же, своей собственной прихоти же так говорим, да? Проблемы с прохилом. Да нахрена нам саппорт? Мы лучше в 2 секунды ДПС покажем 20 тысяч и полежим весь остальной бой, да? Короче, этот... Все, конечно, хорошо, кисло, давай спекайся в танк. Могу тоже, если что, потанчить. Кого-то. Не кто продаст саппорт, ребят? Кисло, спекайся в танк. А Дживс есть у кого? А вот вижу, все, не надо. Кисло просто дамажит больше. Кисло, ты Вару новенькому, да, сказал? Да, у него фласка, он 180. Новенький Вар, как и, кстати, Хант просто тоже. Заучите себе, если Рав говорит сопроты, значит вы берете и не спрашиваете, и выпиваете сопроты. Все уже давным-давно потраено, и мы уже выяснили, где можно пить сопрот, а где нет. Таскайте с собой всегда, чтобы такого не было, что куплю сопрот. Тут... Часами заходишь в рейд, вары, крик на ап. Так, сантык, вон. Разные вещи. Я покричу на ап, у меня вкачан чуть-чуть. Так, все то же самое, только ты на боссе, если что, будешь кислый. Хисаями маска. Он, видимо, исправлял персонажа, он писал в Дискорд то, что у нее не заходит. Ну вот сейчас у него зашло, и вот он, видать, исправил персонажа. Планета, заходишь ты тогда. Окей. Смойте. Планетянин здесь? Кыш, покинь рейд, пожалуйста. Ты что за мир? 10 секунд.
Ребят, 10 секунд, сейчас все будет. Все готово. Что с инопланетянином? Я в курсе. Дай дерьмо. Паша, мама. Инопланетянина нету, сейчас дам. Где, блядь, инопланетянин? Писал, что вообще нет? Блять, мы за 2 часа сносили фулл лейнс, мы застряли на 3-м боссе, ебануться. Где, блять, инопланетянин? Писал, что вообще, нет? Да вроде не бы видно нет. Было. Нихуя не писал. Саями сумотик. Все, хватит. Заебло. Сейчас будет лететь ГПшка. Портал, парни. Думал, блядь, на расслабоне пройдем, блядь, никто нихуя не может, окей. 3 минуты подождем. Чё, кунуть можно, да? Мы уже сейчас пулять будем, не волнуйся. 3 минуты, можно и покурить. Да, блядь, покурить можно, покурить, да? Блядь, а потом этот, хуй вас сыщешь, блядь, через 3 минуты. Ладно, окей, 2 минуты заканчивается, даю проверку, кого нету, начисляю. В комнате лучше курить. А лучше не курить. Согласен. Тотем на хас стоит около меня. Ну сюда поставишь. Где я прыгаю? Сколько там по маске? 15 секунд у него. Полина, здесь? Ладно, отвлекай пока. На позиционку становитесь. Да ложь, ты что там забыл? Кто, я? Ну, я всегда тут стою. Я тут всегда стою. Там
тебя кое-кто прохилит. Я сам прохиливаюсь. Еще раз проверку, да? Полина. Писала что? Лёх, она просила передать. Она тебе потом завтра расскажет. Так я тут, я же подтвердила. И бегаю. Ну ладно, хорошо. Окей, поехали. Отчёт? Да, по готовности. Бля, по готовности, я тебя просил. Фильцерии, ты кислого сам прохил. Полина, иди сюда, ребят. Я уже. В рубле там сам прохил, ребят. Отхиливайте только меня немножко. Ноль залейте, мама. Заберите с пола. Спасибо. Кислого проси. Немножко. Блять, вы там рейд провесились вообще? Кирс, блять. Заебись. Что делать вообще? Ты чувак. Ложимся, я на спека себе в хила в пизду. Темы или что-то. Че, варовская Т4 неплохо зайдет тут, да? КДМ. Ну причем тут это? У меня маны 0, блядь. Меня даже подхилить никто не подхиливает. Хорошо, что хоть гена и инер закинул. Так я-то там подбежал, у тебя поставила. Гречи. Ты тут? Да. Обычно, когда разбирают толпу, такую, первым таунтим тот, кто держит больше одного. Первый кислый забирает. Потом они забирает. Все идут на меня, и вы каждый по своей цели забираете. Вообще-то на меня на пол дали, а она бежит сама ко мне. Нет, там Ахухант к тебе подошел, не пришлось пойти забирать. Ну, короче, на пол мне дает, баба бежит ко мне, я ее танчу, и все как бы. Значит, ханты, не дергайте тетиву раньше времени. Что там, рыба есть где-то? Что-то не видно.
девкой сейчас попроще будет. Вообще не понимаю, что творится. Это дамаг какой-то. Дай-ка я порейду, дать сопроты гляну. Те, кто сейчас выпил, блядь. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре человека. Я тут два увидел. Посмотри, кто недавно выпил. Видишь больше. Еще раз проверку. Так, все готовы, все готовы. Сейчас, если подожди секунду. Через 5 секунд по готовности. Да. Все, поехали. Стража к бою! Вера. Все, Полин, ты полностью накисал. Конечно, Инна, разорвите. Да влезь мне, мама, пока не надо. Лучше заранее. У меня еще свои... манориген. Что мне теперь делать? Ну чё, стой, Ахтош. Иди тотемчик тебе и нашамань. Чё за ворог там? Товарищ Деорус, надо бить шамана.
за костом смотреть. Если есть возможность, прожмите Керу, у кого есть. Майка, да. Что-то мне всем Еру дало? Ну не все шумы. У кого-то с пула КД был. Еще 5 минут до Ера. 5 минут, чего даже бой идет. Я особо не хочу жаловаться, но по-моему стоит тотем. Стоит. С фул хп, да. Я понимаю, если бы на нем висело замедло, но я и замедло она пропадает. Это там продолжает стоять, вы чего, не слышите? Ничего сейчас сверхбить. Если бить 5 человек. Если все физики. Ну мы ж посмотрим потом, кто бил тотем, кто не бил. Да не надо, стойте, я предупредил, что с этого пола ГПшка будет лететь. Типа, зачем вы говорите? Я все вижу. Ой, тотем убил сейчас. Ой. Посмотрим, а нет, кто такого по окончанию. Возьмем первых 3 позиции, возьмем всех остальных. Большое расставание, окей. Кирсклин, конечно, после убийства босса. Скажи, как можно сдохнуть в ДЦ, блядь? Ты на себя абсорб не кидаешь, что ли, или что? Знаешь, основное правило ДЦ? Главное, чтобы на тебя был абсорб. Чё, погнали дальше трошчистить. Все, я в ДД? Да. Если в танке оставлю. Урон по тотему. Где? В рейтлинг канал. Лёх, есть такая штука, существует у ДЦ тоже. Ослабленная душа и длится на 15 секунд. Она не позволяет повторно кинуть щит. Есть хилка, которая подхиливает цель и подхиливает одновременно тебя. Найди эту. Связующее исцеление. Это связующее, оно мне тут нахрен не надо. Зачем оно мне? Вот, действительно.
херача кожаная на успеет. Слышишь, блин? Нафиг так, чтобы не расстреливать. Кожаная? Не, блин, там кожа очень плохая. У тебя скалирование от инт. Я говорю, я не претендую, боже, кто-то претендует, пожалуйста, у меня вообще ничего нет. Блин, лучше всего с гидроса первого. Теперь смотрим. Первые три позиции. Даже не физушники, даже маг, блядь, на третьей позиции, окей. Смотрим, артиллерия 670, строго, котом, заметьте, 500. И Хисаями 410. Все остальные ниже. Котом, которого не шутит вспышка. Все остальные ниже. Дальше смотрим. В этом списке нету ни одного роги. А, танк нанес больше, блять. Вы чё? Танк нанес больше урона, блять, по этой хуйне, чем вы. Кислый на восьмой позиции. Миликам очень сложно, потому что нужно смотреть на каст. Я все понимаю. Но, блядь, посмотри, милики по 200 тысяч удосужились как-то нанести урон. Причем я не могу, я даже молчу про строга, который 500 нанес. Про воида, который 300 нанес, блядь. Ты последняя КД 2 говорил о том, что не, этот тотем не надо бить, его будут замедлять воки. Теперь ты просишь о том, он что... Он замедляет... Ты знаешь, в каком случае он замедляет? Все меняется через каждое КД. И для чего он замедляется? Чтобы у вас было больше времени его снести, чтобы, блядь, меньше урона по рейду прошло. Нет, в прошлый раз тотем не бьется только тогда, бить. Когда ты бьешь шамана, блядь, и у шамана осталось меньше хп, чем у этого тотема, блядь. Нахера бить тотем на шамане, если, блядь, у шамана осталось меньше хп. А у босса, на секундочку, оставалось больше половины хп, блядь. А тотемы никто не бил. Я тебе больше скажу, я и на том, когда не бил его. Все нормально было. Ну, ты и сам просил не бить его. То есть кто-то старается видеть, а кто-то ложит хуй, правильно? Нет, ну ты сам просил его не бить. Я не просил. Есть такой фактор, как ману у хилов. На боссе я вот фактор, не знаю, что тотем не надо бить. А вы сами не успеете милики отбежать, если не будете его бить. Потому что по вам пройдет урон от этого ешки, и потом сверху тотемом накроют. И в итоге вы получили бы из-за смерти, за то, что не били тотем. Короче, ясно одно, если его бить всем рейдом, он сносится очень быстро. Он обновляется каждые 10 там, или 15 секунд там, с обновляет его босс. Да он сразу ставит. Тотем идет бой. Так. И косноязычие, когда на него кидаешь, оно снимается сразу, потому что обновляется тотем постоянно. Даже его убивать не надо, он обновляет. Короче, ладно. Последняя китайская. Увижешь, кто, что кто-то стоит не так, где нужно, блядь, или кто-то что-то делает не по-тактски, буду по тысячу хуярить, и мне похую. Все уже были тут тысячу раз и знают тактику. Это касается и тебя, Делорус, если ты там стоять будешь в ебенях и бить босса, блядь, пока остальные бьют шамана. Хорошо, что кисло заметил. Типа все бьют шамана, ты бьешь, блядь, босса, нахуя? Сравни вчерашнего лока и сегодняшнего лока в ДВ-рейде. Два разных понятия.
Сегодня за полтора часа оно прошлось. Вчера, блядь, 2.5. Просто это Дальний Восток, они отходят быстрее, чем... Сколько надо еще отойти? Неделю, две? Неделя хватит. Придут в норму. Окей. Кто будет отходить? Ну не знаю, кто бывает, наверное. Сразу плюсуйте, чтобы я понимал, кто будет отходить, кого времени брать. Я вот вообще не пьющий человек, я вас не понимаю. А чего отходить? От Нового года. Аккуратно, только танки агрит там сзади. Больше никого. Все забрали уже, если нет, еще ничего. Это нормально это? Типа праздники, люди гуляют. Вот кто, блядь, оттолкнул сейчас? Ну кто, блядь? Я наоборот подтолкнул. Да-да, в сторону босса, блядь. Ну он случайно туда пошел. Вот нахуй ты вообще туда пошел? Ну чтобы тебя вообще-то похилить. Похилить? Ну не этих толкать. Похилить сове? Там частица на нем висит. Не волнуйся. Ну что я тогда вначале инста хилю его? Да блять, вытаскиваю, обвожу специально через угол мимо босса, чтобы они, блять, не пошли, блять, на хилов через босса, блять. Нет, блять, пропустил. Короче, мобок босса. Я понял. Да не его я хуй. Становитесь на позицион. Потом не кричи, хильте меня. Короче, этот. Нурглет на боссе, а народ заходишь в рейд вместо кладбо... не, вместо кого лучше ты зайдешь?